Буквально через несколько мгновений размеренную жизнь в бассейне нарушают хаотичные всплески. В рядах ремонтно-маточного стада заметное оживление. Муксуна кормят 3 раза в день. Собский рыбоводный завод призван восстановить популяцию ценных видов сеговых рыб. Промышленный и производственный потенциал региона оценивает делегация торговых представителей из Бразилии, Малайзии, ЮАР и Финляндии. Они с неподдельным интересом изучают возможности ямальских предприятий. Высокий потенциал, на самом деле впечатлены. Вот, я надеюсь, что именно по рыбе в моем регионе, где я работаю, там возможен интерес, особенно к таким породам редким, как муксун. Бразильцы гурманы, почему нет, можно попробовать. Производственная площадка мясоперерабатывающего комплекса «Паюта», расположенная в Харпе, специализируется на выпуске продукции из оленины. Сервелат, мясные чипсы, колбаски попадут на полки ямальских магазинов. А эти непритязательные на вид подошвы – оленьи желудки. Скоро они превратятся в лакомство для собак. На предприятии безотходное производство. Оленина идет на деликатесы и полуфабрикаты, а субпродукты северного оленя – на корма для домашних животных. С начала сезона, прошлого сентября, переработали уже 600 тонн. Из них более 400 реализованы на территории округа. В планах глобальная модернизация цеха. Здесь планируют полностью заменить оборудование и увеличить объемы производства. Тот цех, который мы вот сейчас с вами находимся, планировалось перерабатывать 200 тонн. Мы уже перерабатываем 600. Нам не хватает холодильных мощностей, мощностей того оборудования, на котором мы работаем, чтобы производить большее количество с лучшим качеством. И если 5 лет назад регион занимался в основном заготовкой мяса и поставлял сырье, то сегодня активно внедряет переработку и предлагает готовую продукцию. Здесь очень тонко регион подходит к своим задачам по экспорту. В части продвижения бренда, да. В части продовольственной безопасности потребности региона и потребности страны стоят на первом уровне. Поэтому любой экспорт, который на сегодняшний день реализуется, он идет без ущерба для внутреннего потребителя. У региона сложились давние партнерские отношения с рядом стран. В перспективе наладить продвижение экспорта и переориентировать внешнеторговые потоки в дружественные страны. И если россияне уже по достоинству оценили ямальскую продукцию, то, к примеру, бразильцам только предстоит открыть для себя уникальные вкусы Ямала. Наталья Горбунова, Владимир Зелинский, программа «Время Ямала», Харп.